Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Сейчас я покажу еще один интересный способ засолки сельди. Это очень старый рыбацкий способ. Называется он засолка в тузлыке на пятачок. Раствор соли в воде называется рассол. А у рыбаков раствор соли в воде для засолки рыбы или икры называется тузлук. Раньше у рыбаков не было точных весов, чтобы сделать необходимый раствор соли в тузлуке. Поэтому они придумали очень простой и надежный способ по степени плавучести обычного куриного сырого яйца. Вот по этому способу мы сейчас сделаем тузлук и в нем будем солить селедку. Способ этот очень простой и надежный. Берем сырое куриное яйцо и опускаем в любое количество холодной воды. Теперь постепенно добавляем сюда соль, размешиваем и доводим концентрацию до такой степени, чтобы яйцо всплыло. Добавляем соль постепенно, чтобы она успевала раствориться. Яйцо показалось на поверхности. Теперь нам нужно достичь такой концентрации соли, чтобы вот этот диаметр сухой поверхности яйца, которая вышла из воды, была равна примерно диаметру 5 рублей или как раньше 5 копеек. Диаметр одинаковый. И это будет правильный тузлук, которым мы будем солить селедку. Я уже заранее замерял, это примерно 170 грамм соли на литр воды. И самое главное, тузлук получается стабильно одинаковой концентрации. Это очень важно для засолки рыбы. Ну вот соль вся растворилась. Теперь мы можем сравнить диаметры наших пятачков. Вот он примерно одинаковый. Все, теперь этим рассолом будем солить селедку. Яйцо вынимаем. Теперь берем подходящий контейнер и укладываем в него селедку. Вот так вот. И заливаем ее нашим рассолом. Селедка свободно здесь плавает, то, что и нужно. Теперь плотно закрываем крышкой и ставим в холодильник на 5 дней. Селедка после 5 дней получится малосольная. Хотите, чтобы она была солонее, ставьте на 6.